Всем привет, дорогие друзья, с вами Тинин. Сегодня я поиграю в игру под названием Farming Simulator 2017 на карте Бухалова. И сегодня у нас вот выпал первый снежок. Сегодня мы будем чистить нашу улицу. Ну и немножко главную дорогу прочистим. Там до заправки у нас попросили. Так, вот я купил отвал буквально вчера. Кстати, сегодня буду чистить со своим соседом. Вот я буквально узнал, что у моего соседа тут есть трактор. Он как раз себя чистит сейчас этот во дворе. Давайте к нему пройдемся. Потом я буду заводить свой трактор, уже поедем тут нашу улицу чистить. Да, он вот у себя во дворе чистит. Так, уже тут довольно, мне кажется, что уже он почти что и закончил. Так, ну-ка. Давайте с ним поздоровкаемся. Так, что он двери не открывает? А вот, открыл. Здорово, Коля. Здорово, здорово. Ну что там, ты уже в себя во дворе тут заканчиваешь? Да все уже почистил. А, ну тогда давай я сейчас свою ЮМЗ буду заводить и уже тут будем нашу улицу чистить. Ну давай, хорошо. Так, кстати, ссылочка на канал Коли в описании, так что переходите и подписывайтесь. Так, а ну мы будем теперь заводить ЮМЗ. Блин, конечно, сегодня на улице очень так холодно. Минус 1 градус. Так. Включаем свет. Ну-ка, давайте прочистим снег. Так. Ну, во дворе я себя еще не чистил. Наверное, это я сделаю потом. Это не первым делом мне нужно. Все равно у меня трактор стоит на улице. Так. Ну-ка, давайте, наверное, начнем сразу же от трассы. Вот оттуда вас сразу начнем. И поедем в край улицы. Так. Все, поехали туда. Ну, как-то так тут, в принципе, будем чистить. Так, тут Коля ждет. Вот, там от трассы начнем. Трассу тут никто не чистил. Пока месть. Но потом уже думаю, что буду чистить. Ну, нам нужно хотя бы туда заправки прогорнуть. Так, вот тут вот, где-то будем начинать. Все, полетели. Блин, я думаю, тут довольно быстро так будет отвал наполняться. Конечно, не весь снег подбирает, тут его очень много. Нам хотя бы чуть-чуть так. Так, тут я уже с дороги немного выехал. Что-то оно так чистит еще не очень даже хорошо. Нужно по два раза. Вот как раз Коля за мной едет. Он подбирает то, что тут не подобралось. Еще такой снег мокрый. Так. Ой-ой-ой, тут уже аж застревает немножко. Ого. Так. Ну, реально, что-то довольно очень плохо тут все прогортает. Так, тут только мы немного улицу даже в снег запачкали. Тут не было снега. Тут уже более-менее пошло. Но тут, как вы видите, снега немного поменьше. Так, а вот опять уже что-то такое. Тут хотя бы один раз надо пройти. Ну, я имею в виду такую одну колею сделать. Не будем уже делать широкую. Ну, чтобы хоть как-то можно было проехать. Тут все равно мало кто ездит. В основном тут все ездят на работу в свинарник. Ну... И, в принципе, тут все, никуда ехать. Ну, кстати, тут еще на базу ездят. Тут базы местного фермера есть. Там они что-то делают еще. Так, ну, что-то они еще даже дорогу не прогорнули. Могли бы уже и прогорнуть. У них там техника побольше. Ой-ой-ой, я тут уже что-то застрял даже. Так, ну-ка, заднюю давайте. О, все, поехали. О, полетели.
Кстати, трактора я что-то заметил, он так завелся довольно быстро. Хоть на улице довольно-таки холодно. И тут что-то я смотрю, снега не так уж и много. Так, ну вот сюда вот где-то прогорнем. Ой, ну тормоза, конечно, МЗ очень плохие. Так, поехали. Туда куда-то. Блин, ну тут, конечно, очень уж плохо все. Нужно еще раз будет проехаться тут. Ну тут не так уж вот. Вот возле двора Колиного тут немного так. Так себе. Что-то, конечно, довольно так плохо тут все у нас получается. Так. Вот, давайте вот где-то здесь. И поехали. Вот уже и Коля тут вернулся. Так, ну как вы видите, тут трактор без проблем ездит по снегу. Но если тут ехать на какой-то легковой машине, можно так даже и подзастрять. Нужно будет потом еще тут возле Колиного двора немножко почистить снег. Так. Так, а ну-ка, что-то это... Коля, наверное, еще там такие косяки, наверное, исправляют небольшие, потому что уже четвертый раз назад ехать, ну, думаю, что нету смысла. Тут хотя бы так прочистили. Ну, уже тут, мне кажется, не застрянешь на машине. Ну да, тут вполне без всяких проблем можно будет проехать. Ну тут уже дальше на свинарнику будут чистить они уже сами, кто тут владеет свинарником. А тут вот кучу эту оставим. Пусть уже сами разгребают, у них там в хозяйстве имеется кировец, Т-150. Ну на таких вот тракторах они, думаю, что вполне могут расчистить тут, ну возле свинарника, пусть сами уже чистят. Так, ну мы уже едем, наверное, на трассу будем выезжать, тут уже эту улицу немного прочистили. Так, ну что там, сейчас будем, скажу я Николаю, чтобы ехал. Так, блин, у нас тут 10 часов утра, а что-то людей тут никого нету. Так, где тут Коля? Ну так, что, вот мы уже тут закончили, давай поехали на трассу, там будем чистить. Ну хорошо, хорошо. Так, ну... Блин, думаю, может, меня во дворе потом еще заедем, почистим. Ну, давай тогда. Потом этот раз сейчас почистим. Ну да, Лили, мне кажется, я сам там почистю, потому что... Ну, что там делать двум тракторам? Ну да. Так, ну поехали теперь на трассу. Так. Там, в принципе, не так уж и много нужно будет нам чистить. До заправки тут не так уж и далеко. Конечно, нужно было бы возле магазина почистить, но у нас тут никто не просил. Никто не нанимал. Так. Ну-ка тут вот так вот на разворот. Блин, ночь. Вообще тормозов тут нету. Надо будет перебрать. Так. Не знаю, наверное, не будем всю дорогу чистить, или пойдем все две полосы чистить. Но сейчас как получится у нас. Тут хотя бы одну полосу пробить. Все равно тут не так уж часто ездят.
Блин, ну тут снега, конечно, очень много намело. Я даже за один раз его не могу снять. Тут что-то на мосту вообще не намело. Сейчас будем, наверное, до моста чистить. Так, вот тут Коля едет. Наверное, все-таки будем чистить в две полосы. Так. Поехали. Ну-ка, давайте немного от первого лица. Блин, ну, конечно, такой немножко уют имеется. Такая атмосфера зимняя уже. Ну, а вы, ребята, не забывайте писать в комментариях свои идеи для РПшек. Также подписываться на мой канал. Подписываться на канал Коли. Ну, мы вот так вот будем работать. Тут, в принципе, не так уж и много нам уже осталось. Вот это вот кусочек небольшой. Тут, мне кажется, даже снег так немного получше чистится. Блин, я тут немного нагорнул. Тут, конечно, жалко, что отвал такой, типа, ровный. Если бы он был немного под искос. Тут эта дорога чистится, наверное, получше, потому что она такая более ровная. А тут накатанная дорога, и она там, ну, не совсем ровно чистится. Так. Ну да, тут реально без проблем всяких чистится снег. Вот, в принципе, мне кажется, и хватит. Ну, сейчас тут Коля там немного исправится, что он тут нагорнул. Он там не застрял случайно? Не, вроде бы. Потому что там такой очень большой сугроб. Так, ну вот теперь, сейчас пойду я сразу, наверное, не знаю, как будет поудобнее. Наверное, сразу начну эту полосу с этого края пойду. Так. Так, что там у Коли все получается? Ну, вроде бы все получается. Также, ребята, напишите в комментариях, выпал ли у вас уже снег. У меня в реальной жизни еще снега нету. Так. Ну, его обычно и зимой у нас нету. Конечно, жаль, но будем надеяться, что будет. Так. Давайте вот тут вот дадим хаску. Блин, ну реально тут за один вот захват все чистится. А, вот уже все пошло. Что-то я так аж удивился. А вот опять теперь так нормально. Ну, это вот дорога просто ровная такая. А там вот реально накатано. Не очень ровно чистится. Все. Так. О, можно, в принципе, даже газок не сбавлять. Ехать. Вот, кстати, заправка. Тут еще возле заправки прочистим. Так. Сейчас вот сюда, наверное, снег я за это. Вот сюда вот. Тут такой вот сугроб сделаем. Все, высыпали. Так, что там, Коля? Ну-ка, сейчас к нему съездим. Тут, конечно, нагорнул сугроб. Блин, вот это вот. Реально немножко плохо, что отвалы вот такие вот. Ну, если бы были они немножко повернуты, например, влево или вправо, было бы намного лучше, их бы в сторону так вот бы снег откидало. Так, ну-ка. Давайте тут поможем. Так, что я добью газ? Ну-ка. Вперед теперь. Что там, Коля остановился? Во, я думал, уже что-то там подзастряло или что. Давайте сюда вот этот снег поскидываем. Так. Блин, ну, конечно, мы тут такую вот большую кучу нагорнули. Тут
уже что-то уже получается, тут дорога уже более-менее можно будет проехать. А дальше там уже будут чистить, не знаю, на чем даже. Кто-то думает, что должен почистить тут. Так. Давайте сюда вот. Повернем. Так, вот. Блин, ну я думал уже трактор что-то так очень сложно поехал. Думал уже, что немножко можно было бы и сесть тут на снег этот. Конечно, вот бы если мы чистили на Кировце, было бы намного-намного лучше, но, к сожалению, у нас пока что такой техники не имеется. Ну вот, хотя бы так будем чистить потихоньку. Давайте сразу же сюда вот выхорнем. Уже я даже немножко подустал этот снег чистить. Вот, тут уже такой большой сугроб. Блин, думаю, что дорога там не скользкая. Тут никого не должно занести. Было бы, конечно, хорошо, если бы еще солью посыпать. Потому что мне кажется, что там, ну, имеется какой-то такой вот лед. Что-то такое будет скользко. Так, уже Коля на ту сторону поехала, я смотрю. Он там возле заправки чистит. Ну, давайте мы вот так вот тут прочистим. Вот сюда вот закинем это все. Так, ну тут уже думаю, что дорогу не нужно будет чистить. Вот если что, техника разменется. Потому что если еще тут чистить. Ну тут еще можно было бы, конечно, один раз проехаться, но что-то не хочется. Так, а главное, чтобы можно было бы проехать. О, поехали вот сюда вот. Сейчас сюда вот все это выгрузим. Высыпаем так. Так, ну я смотрю, там в Коле что-то получается даже. Тут рядом еще это база такая. Конечно, они тоже могли бы выгорнуть, но что-то я смотрю, они не выгортают. И вот попросили у нас, и мы вот решили с Колей немножко подзаработать денег. Ну вот, и прогорнули тут возле заправки. Так. Он тут дальше уже должны кто-то другие прогортать. Мы тут не будем прогортать. Вот, в принципе, тут дорогу, думаю, что все уже. Сейчас нужно будет возле заправки выгорнуть все. Ну-ка, давайте, что-то он тут не едет. О, поехал, все. Так, нужно вот это вот немножко разгребсти, что я тут нагорнул. Так. Пока что вроде бы все отлично. Так, у Коли там тоже, я смотрю, вроде бы получается. Нужно еще будет с той стороны прогнуть, там где
ну, с той стороны подъезжать. Вы это вот убрали. Все, теперь классненько. Так, ну-ка, вот Коля уже ту сторону прогортает. Ну-ка. Едет он или нет? Давайте его пропустим или что он. Потому что сейчас его еще зажмем тут. Так, мне кажется, нужно... Здесь вот будет еще что-то. Тут Коля довольно так плохо прогорнул. Прям на этим. Нагорнул. Я забыл, как они называются. Так. О, все, выгортаем. Так, а что там Коля делает? А, он там вот расчищает площадку. Думаю, что в принципе все, вот сейчас Коля туда горнет. И думаю, что тут уже, если где-то что-то тут не так, они уже лопаткой тут подкидывают. Нам деньги наперед дали. Так, ну-ка. Давайте Коле скажем, что там уже. Так, Коля, я думаю, что в принципе все, мы тут уже сделали. Ну да, в принципе, хватит. И тем более соляры у меня не так сейчас мало, не так много. Ну да, я понял. Ну что, давай тогда. Наверное, я уже сам себя во дворе там. Так что ты едь домой. Хорошо, хорошо. Так. Наверное, я уже не в серии буду себя во дворе чистить. Потому что серия это и так, думаю, что очень долгая получилась. Но если вам такие долгие серии нравятся, обязательно пишите в комментариях это, чтобы я знал, что вам нравятся такие долгие серии. Так, ну полетели теперь по вот чистенькой такой дорожке. Так, ну тут, конечно, мы немножко тут нагорнули. Ну, проехать можно, думаю, что не застрянем. Не застрянут те, кто будут тут ехать. Так, что-то тут нужно скорость подубавить. Что-то сильно так разогнался. Вот, поехали. Так, ну, я смотрю, мы тут немного криво пошли. Вот тут прям траву тут начали прогортать. Вот еще тут какая-то база. Сколько фермеров, тут снег никто не хотел чистить. Так, ну буду уже, наверное, заезжать вот сюда, на место, там где трактор стоит. Нужно будет подлить тут немножко солярки, у меня тоже тут не так уж и много ее. И буду уже потом во дворе у себя чистить. Так, ну конечно, вот трактор что-то едет, скользит. Во. Ну, ребята, думаю, что я буду на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.